Все, конечно, мы знаем о чудесах современной селекции. Та самая наука, которая разрабатывает новые пути и методы получения сортов растений и гибридов, пород животных, которые еще к тому же невосприимчивы к болезням. Все это успешно применяется в нашем российском сельском хозяйстве. Мы, знаете, артисты тоже не отстаем. Мы скрещиваем, правда, мы скрещиваем жанры. Ого. И получаются великолепные номера. Ну вот судите сами, певица Варвара и оркестр волынщиков Москвы. Чтобы юшка была, ой, юшечка, дай, Петрушечка, стосковалась по милому кулаку.